января 2014 года минимальный размер оплаты труда подрастет и составит 5554 рубля. Соответствующий документ опубликован сегодня в «Российской газете». Рост по сравнению с предыдущим годом небольшой – 6,7%, но все же. Впрочем, минимальная заработная плата россиян пока по-прежнему не догоняет прожиточный минимум. То, что МРОТ надо повышать, понятно всем – и чиновникам, и работодателям, и, естественно, самим работникам. Главная проблема – как это делать? Много споров вызывает вопрос, должен ли МРОТ включать в себя надбавки, компенсации и районный коэффициент, или они должны накручиваться сверху. В итоге разница, прогнозируют специалисты, все же будет ликвидирована, но только к 2018 году. Нынешнее, как и последующие повышения минимального размера оплаты труда, по данным отраслевого министерства, коснется 1 300 000 человек, получающих такую зарплату. Половина из них – работники бюджетной сферы, еще 365 000 – совместители.